Друзья, всем привет, с вами Red Capper. Хотел с вами поделиться на ту тему, как обманывают людей с помощью видео. Вот, типа играют на собственных скриптах, но люди потом не могут ни выиграть, ничего, ни добиться. Объясняю, как это будет происходить, как это делают, как вас могут обмануть. Вот мне обратился человек, вот Джордан Трекс. Вот он написал, как его обманула группа Shark. Давайте посмотрим, как здесь его обманули. Вот он предоставил мне свою переписку. Он заплатил этим мошенникам $200. Давайте посмотрим. Вот он отдал. Ему записали видео. После чего ему сказали, что ваш скрипт не подходит для вас. И просто потом перестали выходить на связь. Объясняю, как это делается, чтобы вы в дальнейшем не попали на деньги. Никому свои деньги не передавали. Тем более, так как они записывают видео. Вот им прислали авиатор. Это просто играется на собственном сайте, который был скачан. Ссылка подставляется от настоящего зеркала. Если вам записывают такое видео в прямом эфире. Конечно, вы если хотите, чтобы вам записали прямой эфир, не просто записали и скинули видео. Просите обновить страницу. Если обновить страницу, настоящая ссылка зеркала уйдет и будет ссылка собственного сайта. Так что не попадайтесь на уловки мошенников. С вами Red Capper, он поможет разобрать, как вас могут обмануть. Поэтому никому не верьте. Настоящие скрипты не будут стоить так дешево и не будут так показывать все свои данные, предсказывать, за несколько секунд прожимать до проигрыша. Только вбитая стратегия, только ваша стратегия, такие как наши скрипты. Те данные, которые вы вводили, активируются. Или та стратегия, которая встроена в скрипт. Вот. Также я на своем примере показывал в предыдущем видео, что нужно нажать «Обновить страницу». Тогда выйдет настоящая ссылка на зеркало. Но никак не вот этих мошенников, которые обманывают людей. Мне пишут очень много людей с разных сайтов, всяких предсказателей, авиаторов подобных. Я не могу все это обрабатывать, записывать. Но вот сейчас действуют несколько. Это Shark, Fox и пираты. Вот это настоящие мошеннические группы. Будьте осторожны, с вами Red Capper.